квадратный, выверни текст наизнанку. 8600, я так понимаю. 8800 было. Ну, 8800. Ну пусть будет. Все. Скорость текста 8800. Ставим теперь. Все, наизнанку ты уже вывернул, да? Да. Ну все. Сейчас мы будем читать. Отходи. Вот так мы читаем текст. Меня всегда подкупало то, что лидер может сделать больше, чем обычный гражданин. Но именно граждане создают лидеру огромную поддержку в его начинаниях. И все, вот сейчас на середине держится четко, все скорость нормально. Самое главное – это настроить. Настройтесь на кураже, все отлично будет. Хорошо. Не бойтесь ошибиться, почему. Мы не будем все заново тысячу раз пересчитывать. Мы поднимаем кучу перебивок, и не смеющиеся. Спите, запишите хорошими перебивками. Кто конвейер запустил? Конвейер запускать по моей команде, пожалуйста. Ну чуть-чуть времени, подождет производство немножко. Поехали. С самого детства я всегда ставил перед собой высокие и порой достижения цели. Именно эти люди в команде помогают лидеру достичь своих целей, избрав верный путь. В каждом производстве необходима команда единомышленников. Студия видеопроизводства полного цикла «Калмыков.ру»